Друзья, приветствую всех на канале Просто Дима. Я сейчас нахожусь в автокомиссионке «Навигатор», которая тут на Радужной в районе Евроопта. Заправка вот эта вот «Татнефть». Был я сейчас в конфискате, думаю, заодно заеду, посмотрю, что тут продается. Может, есть какие новинки по БУ авто. Периодически я заезжаю, делаю осмотры. Ну, давайте посмотрим. Вот этот вот мотоцикл продается, по-моему, что-то в районе 5000 FGR. По-моему, 2008 или какого года. Вот такой вот есть, друзья, Fiat Punto, Пунтик, 1.1 бензин, 96 год, на механике 1395 UE. Цены буду все называть в долларах, друзья, чтобы проще вам было считать. Интересно, светлая крыша, серая. Ну, как бы надо сказать, по салончику еще ничего такой. Ну, немножко есть там на дверях коцки, на литье. Подлокотник даже какой-то там. Ничего себе. 55 коников. Ну, видно, что он покрашенный, как бы, ну, в принципе, такой городской поджопник может быть. Так, Ford Grand C-Max, 1.5 дизель, 17 год, на механике, 11650, друзья. Белый такой цвет, по-моему, врать не буду, но, по-моему, он был в прошлый раз, да. Похож, как у меня, такой же мотор, как на Фокусе. Ну, свежая машина. Неплохие эти форды, как бы, в принципе, можно брать, вполне нормальный автомобиль. Ешка 200-я, 15-го года, на автомате, 14950. Тоже что-то она подзадержалась тут. Неплохой комплектации, кожа, дерево, мультируль, автомат. Ну, только что 2-литровый бензин. Я думаю, что был бы дизель, уже бы его забрали бы давно. Вот такой вот есть для любителей американских авто Chrysler Pacifica. 3.5 бензин, газ, 2005 год, на автомате, 6550, друзья. Мультируль, кожа, тонированные задние стекла. На газу, да, вот горловина. Ну, любят эти машины. В принципе, они такие достаточно крепкие, американцы. Ну, выглядит, конечно, так, массивно, скажем. Вот такая есть Hyundai Elantra 2.0 GLE. На литье. С таким вот тюнингом капота. 2001 год. 2800 долларов. На механике, на коже. Панель, такие вставки под дерево, полный электропакет. Ну, странно, что на коже. Фаркоп есть. А, видите, тут тоже в стиль, немножко крышку тоже заднюю. Хэтчбэк кузов или лифтбэк. Вот и гольфик, ребята, 7-й. Редко что в хэтчбеке. Да, 5-дверный хэтчбек. Еще и дизельный, 1.6 дизель. 16-й год, на механике, 12850. Кожаный мультируль. Сиденье это обычное, тряпичное. Комплектация такая еще более-менее, с климой механической, правда. Серебристый металлик, парктроники. Оригинальное литье, хорошая резина, подлокотник. Ну, как бы, в принципе, почему нет? Передняя, кстати, тоже парктроники присутствуют.
Дальше идем. Opel Astra G или G. 1.8 бензин, 98 год. На механике $2850, друзья. Какая-то такая специфическая декоративная решетка без значка Opel. Тряпичное сиденье, руль, понятно, кнопки продавлены, это у всех Opel'ей тех лет. Кузов универсал на колпаках. Ну, как бы... Opel как Opel. 2850. Ну, вот коцка на бампере немножко во что-то вонзились. Так, Audi A6 C6. Помню я ее. 2.4 бензин, 2005 год, 6850, друзья. На автомате, кожаный мультируль. Ну, уже она тут подзадержалась. Вот этот вот Круз Шевроле дизельный тоже. Уже давно тут. Шестнадцатый год, 10850. Омега Б, это уже рестайлинг, на механике. Даже с омывателями фар. 2.2 дизель, 2001 год, 2850, друзья. Черный цвет, универсал. Руль обтянутый кожей, там управление даже есть на руле. Такая под старую Nokia радиоподготовка. Такие даже с выдвигающимися такими, такими под колени, такие упорчики, типа как под Рикара с фаркопом. Так, что тут еще есть? Вот такой вот Nissan Pathfinder, ребята, 17 года, 3.5 на КПП, $26000. Блин, это, конечно, здоровый конь. Ну, я так понимаю, что это американец. Да, кожаный мультируль, кожаное сиденье, автомат, само собой. Мультимедиа с большим экраном. Фаркоп должен быть съемный, только 18-е катки. Да, большая машина, конечно. Семнадцатый год. 26000 долларов, еще раз повторяю. Так, вот этот вот Opel Antara 13-го года. 2.4 бензин на механике, 10250. Комбинированный полукожаный салон, шестиступенчатая механика, кожаный мультируль, оригинальное литье, неплохая еще резина. Ну, как бы так, визуально вроде бы ничего такой. Ну, тут немножко бампер чуть-чуть отстал. Матизик 2004 года, $1550, 0.8 бензин. Nissan Tiida, тоже была она. 5350 за 12 год. 1.6 бензин на механике. Дальше идем. Renault Espace 2.2 дизель, 2002 год. 3750.
такой вот синими вставками, сине-серыми даже, я бы сказал, салон. Ну, есть нюансы по кузову, жучки, паркоп, сколы всевозможные. Ну и цена как бы соответствующая. Дальше идем. Renault Megane 1.6 бензин, 96 год, 1150. Белый цвет. Велюровый салон, механика. Вот машина за $1000, грубо говоря. Гольф-класс. Идем дальше. Renault Clio 1.5 дизель. Показывал я его отдельно на втором канале. Есть обзор. 1950 1.5 дизель. 2002 год. Так, ну вот эта Audi, я не знаю, она тут стоит. Возможно, не продается бочка B4. Что тут еще есть? Ford Connect 1.8 дизель, 2004 год, на механике. 4.250. Немножко облез капот. Лак сходит. Кожаный руль, механика, тряпичный салон. Кстати, салон еще для коммерческой техники еще такой даже и ничего. Багажник большой. Ну, немножко по дверям там нюансики есть. Здесь вокруг лючка, порожки. Короче, стандартные болячки. Ну и вот этот вот B4 пасик, 1.8 бензин, 95 год, $1750 на механике в универсале. Ну, как-то так, друзья. Есть кое-что новое, кое-чего нету. Так, в принципе, то, что было, я вам показал. Но в любом случае, решение принимать вам. Если что-то интересно, звоните по телефонам навигатор, спрашивайте, уточняйте, приезжайте, смотрите. Возможен тут кредит, лизинг. И, кстати, на вот том вот шиномонтаже, если есть желание перебортировать колеса, называя промокод просто Дима, получите 50% скидку на все работы. Так что, кому надо, друзья, заезжайте. Все, дорогие друзья, вот такой был обзор. Всем большой респект, никому не болеть и до новых встреч. Пока-пока.